В юности Виктор Васнецов отправился поступать в художественную академию, но во время экзамена один из поступающих насмешливо хмыкнул над его работами. Тогда неуверенный в себе юноша покинул экзамен, думая, что провалился. Через год он вернулся в академию, чтобы снова попробовать свои силы, но с удивлением обнаружил, что над ним висит угроза отчисления. Оказывается, его приняли еще прошлый раз, год назад. И возмущались, почему он не ходит на занятия.